Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Магазин проведу видеообзор воблера от японской компании Megabus, модель Kanata Ayu SV. Данный воблер является морской версией модели Megabus Kanata. Megabus Kanata Ayu SV имеет длину 16 см. Вес, указанный производителем, составляет 1 унция, но фактически воблер весит где-то около 31 грамма. Приманка обладает положительной плавучестью. Как можно видеть, воблер имеет достаточно такое вот высокое тело, но не широкое. То есть приманка достаточно узкая. На спинке указаны, соответственно, имя разработчика, ну и владельца компании Megabus Юка Ито, а также название модели. Брюшко у воблера вот такое вот изогнутое, имеются как бы вот такие вот срезы в районе среднего тройника. Ну и в головной части воблер имеет лопатку. Лопатка длиной 2 см, располагается лопатка под углом 30 градусов, ну и воблер способен заглубляться до 1 метра 20 сантиметров. В передней петле приманки нет ни заводного кольца, ни застежки. Воблер оснащен тремя тройниками. Тройники имеют ну, такие вот средние размеры. Длина тройника составляет 2,5 сантиметра. Сделаны тройники из средней по толщине проволоки, очень острые, качественные тройники и имеют вот такое вот светлое покрытие, то есть они препятствуют коррозии при ловле в соленой воде. То есть приманка разработана для ловли морской рыбы, поэтому крючки стоят соответствующие. Заводные кольца также имеют защитное покрытие и заводные кольца идут в диаметре 6 мм. Воблер снабжен системой дальнего заброса, которая представлена тремя вольфрамовыми шарами. Данные вольфрамовые шары при забросе смещаются в хвостовую часть, ну и вследствие этого увеличивается дальность и точность заброса. Ну а при приводнении шары скатываются и занимают первоначальное положение. Ну и на проводке воблер имеет вот такой вот звук. Выпускается приманка в 13 расцветках, ну и у меня представлена в расцветке LZ Хата-Хата. Данную приманку можно проводить как равномерной проводкой, так и твичингом, но все-таки твичинг для данного воблера предпочтительнее. Приманка разработана для ловли морской рыбы, то есть, к примеру, для ловли барракуды, амберджеков, каранцев и тому подобное, но также Kanata Ayu SV можно использовать и при ловле пресноводной рыбы, к примеру, для ловли щуки. Данный воблер отлично подойдет. Приобрести данную приманку можно в интернет-магазине F-Магазин. Ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!